Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сколько я сделала уже обзоров на разные осенние удобрения, что точно и не помню, рассказывала ли я вам про калимагнезию в качестве подкормки клубники осенью. Но в любом случае, повторение – мать учения. На своем участке я вношу калимагнезию осенью в сентябре-октябре под клубнику, которая старше 2 лет. Именно бывалым кустам больше всего подходит это замечательное удобрение, чтобы восстановиться и дать приличный урожай крупной ягоды. Удобрение калимагнезии изготовлено на основе 3 компонентов – калия, магния и серы. Калимагнезия увеличивает концентрацию аскорбиновой кислоты в ягодных культурах, продлевает плодоношение, укрепляет общий иммунитет растений, что важно при уходе в зиму, и повышает стойкость к разным вредителям и заболеваниям. Это быстрорастворимое удобрение, то есть оно легко растворяется в воде, что для осеннего периода очень кстати. Нам нужно развести 10 чайных ложек в 10 литрах воды и полить по 1 литру каждый кустик. Или же вручную рассыпать по 1 чайной ложке с горочкой под каждый куст. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!